Добрый день, друзья. Сразу извинюсь за офф-топ, немного не по теме. Вот заметил странную картину, просматривал аналитику канала. И вот смотрите, что заметил. Видите, какая цифра тут образовалась? И сразу же система остановила просмотры. Вот здесь вот никогда не было пробелов. Видите, цифра? Пробелов не было до этого. И как только цифра достигнута, сразу, видите, тут нету просмотров. Вот этот один просмотр, это 666 просмотр как раз. Вот сейчас надо ждать, пока он исчезнет. И система, видимо, решила перезагрузиться, перезалиться. Система решила обнулиться на этой цифре. И в связи с этим названием англосакс-судья, видите, я так связываю, что очень странно реагирует на это словосочетание система. Сейчас подождем, пока он исчезнет. И тогда система либо перезагрузится, либо вообще остановится на этой цифре. Значит, YouTube у нас находится во власти зверя. Вот он, первый просмотр вот этот. То есть 666 он получается. И на нем все, точка. Целый час. И время сейчас 00 как раз. Начало нового дня. Вот этот 666 просмотр. Либо он исчезнет и начнутся новые. Потому что час уже система не дает просмотров никаких. Она остановилась на этой цифре и все. Это очень странно. Потому что все говорят про эту цифровые обозначения Демиорга. Значит, YouTube тоже во власти Демиорга. Оп, все. Видите? Сейчас либо пойдет, либо нет. Целый час она ждала. 666. Дальше еще кое-что интересное покажу. А нет, пошла. Значит, вот ей нужно, чтобы обнулиться, час времени. Ровно час ей нужно было продержаться с этой цифрой. Сейчас еще кое-что интересное покажу. Вот, смотрите, по всем видео тоже 666 вот это. И название заметили? Связано с этой цифрой. Год. И вот тут смотрите. Пик. Пик просмотров именно какой будет. Цифры, видите, перевертыши. Что так можно читать, что так. Если перевернешь, две шестерки получится. И вот у нас тут недавно была пятница 13-я. И смотрите, что получается. Суббота 14-я столько, а пятница 13-й система останавливает. Опа! Пятница 13-я, три шестерки, и все, и дальше не дала просмотров. Вот так вот. Кто хозяева Ютуба? Можно предположить? Вот эти цифры все. Я, конечно, далеко в эту тему не вдавался. Раз, 22, 20, и все. И тут останавливается она. Очень странно повела себя система на этих цифрах. Хотя вон там могла бы, если бы плюс-минус один просмотр, и все, этой бы цифры не было бы. А она именно вот на этой цифре заклинила и час ждала. Это в этот день. А в предыдущую пятницу 13 вообще заклинила просмотры на 6, на 3 шестерках получается. Такие вот мысли для размышления. Очень удивительно. Давайте вот посмотрим еще раз. Не могу поймать вот тут. Очень мелко. Ну, в общем, суть понятна. Опа, вот она, пятница 13-я. И циферки подходящие. Ну, и кому служит YouTube тогда получается? Все понятно? Мне, например, все понятно. Ладно, больше не буду отвлекать ваше внимание. Спасибо за ваше внимание. Всем благ и добра.
Спасибо.